Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сейчас, и прямо сегодня вышел трейлер, мать его, за ногу! С вас лайк, подписки, если вы ждали. Ну шо, пацаны, погнали смотреть, что мы видим. Надпись Excelbolt, Excelbolt, ну вы знаете, кто это. Это вот эти разработчики, ну вот это всякие шопно вы там делают, ну вы их знаете, да? Смотрим дальше, наслаждаемся, так. Ну, я скажу так, скорее всего, это даже не трейлер, это тизер. Знаете почему? Потому что трейлер, он длинный, а тизер, он короткий. Тут мы видим 22 секунды, ребят, тут, говорится, особо мы солить нечего. Ну, давайте посмотрим, давайте кайфовать трейлер. Да, ребята, мы дождались, да, да, да. С вас лайк, подписка. Поехали, мужики. Ой-ой-ой, вот эта музыка. Ну, блин, ну могли бы хотя бы новую музыку сделать. Музыка старая, не? Ну, я думаю, все понимаете, это М60. Тут, ребята, и так всем все понятно. Эксперт по обновлению говорит, что это М60. Смотрим дальше. Ой-ой-ой. Подождите. Чего? А что это было? Ну, так, подожди, я вот что-то не понял. То есть, тип подходит к М60. Берет его в руку. Хренак, писюн тебе. Рука превращается в какого-то снежного человека. Ой-ой-ой-ой-ой, почему у меня руки дрожат, отвечаю, руки дрожат. Руки дрожат! Я просто не верю во все это. Ладно, смотрим дальше. Так! Ну и? Ну и? А это чего? Это карта Сакуры! Отвечаю! Карта Сакура! Новый режим на карте Сакура! Зуб даю! Просто почины! Зуб даю! Новый режим на карте Сакура! Давайте смотреть дальше. Блин, как же это круто, если вы ждали. Лайк, подписка, да! Ух, смотрим дальше и наслаждаемся. Чего? Чего? Так, может, какая-то пасхалочка будет в конце? Давайте посмотрим. А что это за штрих? Кто это? Да ну нафиг, пацаны, писюн вам в ухо. Кто это? Ё-моё! Да, конечно, я вам скажу так, это выглядит стрёмно. Короче, ребята, это был обзор трейлера от Кента. Обязательно поставьте лайк, обязательно подпишитесь на мой канал. Походу, обновление будет очень, очень, очень скоро.